Сейчас к новостям спорта. В городе прошел 4-й этап личного первенства Кубка 2017 по настольному теннису. Активное участие в турнире с ракетками в этом сезоне приняли как спортсмены, так и любители из Кунгура. Кишерти, Кунгурского, Суксунского, Бордынского, Уинского, Куединского и Октябрьского районов. Возраст участников не ограничен. Это те, кто едва пошел в первый класс, и результативные игроки, перешагнувшие рубеж в 60 лет. Тех, кто не мыслит своей жизни без этой игры, оказалось около сотни человек. По итогам 4-го этапа Кубка 2017 в личном зачете победителями стали сразу 3 участника. Это спортсмены из Октябрьского – Евгений Анфиногенов, Виль Латфулин, Алексей Степовой, а также кунгуряк Евгений Зимнин и уинский спортсмен Эмиль Назаргулов. Среди женщин в абсолютном первенстве лучшими стали кунгурячка Надежда Лазукова и Олеся Волгарева из Суксуна. В парном разряде среди женских команд победу одержали Виктория Юдина и Дарьяна Корякова из Суксуны. Среди мужских команд лучшими игроками стали Эмиль Назаргулов и Нагим Ментагиров из Уинска. В смешанном парном разряде золото взяли Эмиль Назаргулов и Анастасия Фатхудинова, также из села Уинская.